Первые 5 яиц из этого десятка были с двойными желтками. Посмотрим, что внутри у этих. Двойной. 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 Если кого-то интересует марка, называется Квочка XL. Это не реклама. До этого я брала в супермаркете яйца, не помню, это или марки, тоже XL. И часть из них были взболтаны. Приходилось выбрасывать из каждого десятка по одному-два яйца. Вот эти на удивление, вы видите, десяток, из них 8 уже как минимум с двойным желтком. Спасибо за внимание, всем пока!